Ну а пока тем, кто прошел полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции, то есть получил две дозы спутника ВИ, выдается так называемый ковид-паспорт. Когда выдается этот документ, какие привилегии даст жителю Тверской области, как выглядит эта бумага и имеет ли юридическую силу, расскажем и покажем в следующем сюжете. В руках у Анны свидетельство о том, что она прошла вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Прививка была сделана еще в январе. На ярком буклете имя, фамилия, дата рождения и печать медицинского учреждения. Однако юридической силы у этого документа нет, говорят специалисты. Я прививалась в центре Аваева. После второй прививки мне выдали свидетельство, но сертификатом он не является. Так как на госуслугах я не зарегистрирована, сертификата у меня пока нет. Стоит отметить, что медучреждение выдает подобные свидетельства по своей инициативе. А вот настоящий сертификат на самом деле у Анны есть. Как и у любого другого привитого россиянина, независимо от регистрации на портале госуслуг. Что касается личного кабинета, то там сертификат о прохождении вакцинации появляется автоматически, сразу после того, как пациент получил вторую прививку. Он содержит личные данные о человеке, фамилию, имя, отчество, дату рождения, даты прохождения вакцинации и каким препаратом. На сегодняшний день это спутник ВИ. На документе есть QR-код, который при необходимости можно сканировать и получить необходимую информацию. Этот сертификат не нужно каким-то образом дополнительно получать, его не нужно заказывать. Те, кто не имеет электронной записи на едином портале государственных услуг, могут ее завести, оформить, зарегистрировать. Если же такого не предусмотрено, если запись электронная отсутствует, то эти сведения в любом случае не будут потеряны, так как ведется единый федеральный регистр вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. Как только привитый гражданин подтверждает запись на портале, там появляются данные о том, что он прошел вакцинацию и когда. Никаких бумажных или любых других аналогов сертификата прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции не имеет. Разве что его можно скачать в формате PDF с госуслуг и распечатать. Что даст этот документ, говорить рано. Это может быть, например, выезд в определенные страны. Но пока этот вопрос остается открытым во избежание дискриминации. Ведь иммунитет коронавирусной инфекции дает не только вакцина, но и сама инфекция, которую перенес человек. Тем не менее, этот документ все же имеет практическую пользу. Человек должен какой-то документ иметь, что он прошел прививку. То есть, если с ним что-то происходит, на портале будут такие сведения, что он прошел прививку, что у него есть защита от этого вируса. Вот. И как у нас сейчас медицинская карта находится в электронной базе, так же все будет и все данные о прививках. Напомним, что на сегодняшний день на территории Тверской области работают 38 прививочных пунктов на базе городских и районных больниц. В феврале к работе подключились мобильные бригады, которые вакцинируют работников крупных предприятий и жителей отдаленных районов. Записаться на прививку можно по телефонам регистратуры, поликлиники или больницы по месту жительства гражданина, а также через портал госуслуги, электронную регистратуру и по номеру 122. Подробная информация на сайте Министерства здравоохранения Тверской области или по номеру горячей линии 8 800 551 12 04.